25 апреля чуваши всего мира отмечают День родного языка. В преддверии праздника литературный музей имени Константина Иванова придумал квест для юных чебоксарцев. Сегодня путешествие в мир чувашской литературы совершили ученики 6-й столичной школы. Узнать артистку по фотографии, найти портрет поэта среди десятков картин. Такие задачки девятиклассники щелкают, как орехи. Видно сразу, на уроках чувашского время зря не теряли. Однако над некоторыми вопросами пришлось хорошенько подумать. Самые трудные вопросы были про сеспеля. Мы долго искали ответы. И все же справились. Конечно, не без помощи опытного экскурсовода. К нам на квест приходят не только учащиеся школ города Чебоксар, а также студенты вузов, а также на наш квест приходят воспитанники детского сада. В основном он у нас проходит очень оживленно. Дети интересуются. Вопросов здесь у нас более 20, связанные именно чувашской литературой. Помимо квеста в литературном музее весь апрель проходит месячник чувашского языка. Все желающие могут принять участие во встречах с писателями, интерактивных занятиях. А самых маленьких ждут на игровые уроки. Дарина Игнатьева, Дина Кустова, Расиль Мухаметов, Республика.